Ну вот, 29 января, по летушке Батьяне, попробуем сейчас полетать, посмотрим, что у нас из этого получится. Будет держать, не будет, не знаю. Сейчас посмотрим. Пока так, чтобы очень хорошо держало, я не вижу. Ветерок есть, но... Сейчас посмотрим. Будет, не будет. Сейчас поглядим. Что у нас с погодой? Миша, что ты кричишь? Тут слабо пока. Слабо пока, ты видишь? Пока не держит особенно. Слабо, слабо! Вот так, еле-еле душа в теле. Миша, очень слабо. Халаш, халаш, ты видишь? Даже не знаю, удастся ли выскочить к домам. Слабо! Не слышит он. Он не слышит. А что он слышит? Маши рукой, маши! Маши рукой! Маши рукой маме! Пока не держит. Что говоришь? Не слышу. Слабо пока. Очень слабенько. Может быть, тучки подойдут, придет усиление, тогда можно будет чуть подлетнуть.
Швейцарцы куда-то полетели. 29 января. В принципе, вчера летали, сегодня летаем. Ну так, полетами нельзя назвать, но полетушки в прибрежном динамике. Снизу. Вот это вот внизу, это все пандус. Вот это тренировочное место, где мы обычно взлетаем. Теперь посадок полно. Теперь я уже все понимаю. Я думаю, что даже до дома долечу. О, немножко нас придерживают башни Средиземного моря. Поддерживают немножко. Ну где Света? Хочу ее поснимать, она на балкончике. Шалом, шалом, шхини, машлом хэм. Как дела?
самое главное. Ну вот, летаю возле своего дома. В принципе, держит неплохо. Можно немножко снизить высоты. Вот опять Яфа, вот это вот опять весь Тель-Авив, высотное здание. Театр внизу, это концерт, Эллипс неплохо поднимает, дает мне хорошую подъем. Вот эти близняшки неплохо меня держат сюда. Внизу наша набережная Водянская. Идут, самолет идет на посадку. Вот это наша гостиница Меркурий бывшая, сейчас Леонардо. Я уже ее снимал, вы ее уже видели. Леонардо нас не держит сегодня. Вот написано Леонардо. Мы сегодня нас не хочет держать. Ладно. Идем просто домой. Приду домой на уровне своего 9 этажа. Чтобы можно было посмотреть. Для 29 января очень неплохо. Неплохая погода, очень слабо. Так, ну, стабильный ветерок, держит хорошо. Можно развлекаться.
народу нету много. Это наш лягушатник, ветер западный, как видите, держит неплохо, что можно смело развлекаться. Ну вот немножечко подъем, немножечко поднимает, в принципе, что меня радует очень хорошо. Чудесно. Чудесно. Еще черпнем немножко. Держит, значит, черпнем еще немножко высоты, пару-тройку метров. Теперь потихонечку можно идти на эллипс, на переход. Внизу амфитеатр, так что здесь бывают концерты. Ну, эллипс работает, должен держать. Сейчас посмотрим. Не очень хорошо держит, но держит. Да, низковато я живу, низковато сливать. Белые стулья, а следующий балкон с черными стульями и со столом. Вот это вот мой балкон. Зебра! Зебра! В спальне никого нету. Светка где-то шатается. Видимо, в салоне. Или на кухне. Пиво есть холодное? Пиво холодное есть? Кто такое? Ёлки-палки. Ставь в холодильник. Приду в гости. Не кричи, бесполезно. Ладно, идем дальше, полетаем. Вот это наш пандус учебный. Вот отсюда стартуем, тоже можно стартовать к пальмам, прижаться к домам и вот к башням Средиземного моря подняться, вылететь. Все нормально. И вот мой флажок, по которому я ориентируюсь по погоде. Сколько погода хорошая. Сейчас вот чистый запад. Выдувает опять над домами. Вот эти тучки сейчас пройдут мимо. И можно себе достаточно.
оставлены хита. Эйфа банот. Эйфа банот, эйфа бира. Девочек нет, пива нет. Что они там делают? Кладбище христианское, за ним мусульманское. Справа тоже христианское, кладбище только другое. Вот это наш Яфа. Сейчас мы долетим, сейчас я долечу прямо до кладбища. И потом вернусь обратно. Вот оно. Вот оно, с крестами христианское кладбище. Там вот похороны кого-то хоронят. На христианском кладбище. Здесь мусульманское. И обратно на посадочку. Медленно, спокойно. Погода чудесная. Ну, приземляемся. Вот, ну давай, вот, приземлились, отлично. Вот, кладем крылышко. Оттуда, где взлетели. Вот так вот приблизительно где-то мы и летаем. Сейчас крыло перехвачу. Вот так вот. Вот такие вот политушки 29 января. Все отлично, прекрасно. Погода чудесная. Всем пока.